А что там, респект? Ну ты почитай. Ты тут, походу, что-то делал. Так, ну что ж. Разбирался. Дайте мне начать пресс. Так, ну, всем привет, дорогие друзья, с вами Путин Палкс, а мы сегодня продолжаем играть в Ark Survival Evolved. На сервере пока не скажу, каком, это тайна. Так, ну, короче, я читал комментарии, вы просили, чтобы я показал свои настройки арка. Ща. Пару секунд. Нормально там все. Так, ну вот, смотри. Значит, уровень детализации земли. Вообще убираешь нахрен плотность на середину, дальность на середину. Потом масштаб разрешения ставишь такой. Разрешение 1600 на 900. Объем буфера мира никак тебе не будет влиять. Эпик ставишь. Дальность прорисовки высокая. Сглаживание эпик. Постоянная обработка высокая. Основные тени средние. Тени местности низкая, текстура средняя и качество неба на средней, и у тебя будет нормальная миграция. Так, ну а сегодня мы вот решили собираться на проматерь. Кстати, на какой мы проматерь идем? Среднюю. Среднюю? Да. Блин, у меня кирку кто-то взял. А я выбила себе синенькую из богомола. Ладно, хрен бы с этой киркой. А вы мне маску дадите, да? Это... Я их не слышно почти. Все, ждут, ты генератор поставить? Нет, пока не ставь. Окей. А можно вопрос? Это все в YouTube идет? Да. Все это выйдет. Больно. Глаза мои, да. Постом можем бить? Так, а чё эти не идут, аля? Так ты им свистишь, что поедешь? Чё-то она больно. Я им свищу. Рекси. Алло. Во, наконец-то, да? Давайте. Сейчас, мне надо до паучихи добраться. Во, пошли, наконец-то пошли. Давайте, жрём. Не сдавайтесь. Риппер хорошо жмякает. Кстати, Гига не прошел. А, его кто-то убил. Его не убили, он не прошел. А вот где-то сейчас кто-то убил на Гиге его. Кто-то убил? Да. Денис? Я сейчас скажу, кто. Да? Блин, Денис, ну зачем? Молюсь, пока. Фига себе, у нас 13 минут, давайте жрать. У меня сейчас рак сдохнет. А ты пересядь пока. Другому, по-моему, тоже плохо. Я жару как могу. Мне все-таки с плохими сёдлами была плохая идея сделать. Чё, где рейтеры-то? Ну, один брать слот. Сейчас на второй сдох. Рейтеры вообще не осталось. Сёдло плохо. Думал, будет получше. Короче, риперы, не сдавайтесь, ясно, риперы? Риперы, в любом случае, нам смерть, если мы пройдем или не пройдем, нам все равно смерть, понимаете? Надо попытаться победить. Ох, ё-моё, вот зачем нас ридит? Я ж говорил ногам. Кого-то. Ты серьезно завалил?
ручки гантозавры. Да? Зачем? Обиженные жизни. Пацаны, послушайте, ребят, мы сможем вас похопать чё. У меня... Процентов 70. Мать, ты не тормози, ты ешь. Нам надо ее съесть. Давайте. Давайте. 10 минут, ты думаешь, там... Мы успеем. Ты чё? Сюда можно вчетвером на риперах идти и вообще не ездить пока. Да блин, я сейчас свой комп убью. Чё у меня тут ошибки какие-то, блин, вызывают? Мы успеем, мать. Главное, грызи и не останавливайся. Урон качает. Слушай, мне нравится. Урон качайте, если у кого-то левел ап пошел, качайте урон. Мы успеем, слышите? Давайте, не сдавайтесь. Главное, не сдавайтесь, давайте, мы сможем. Для другого пути нет, я говорю, надо сожрать или... Либо сами сдохнуть. А в любом случае сдохни через 10 минут, если сожрать ничего. Поэтому жрите, пожалуйста. Да нет, даже не успеем. Мы успеем, хвостами... Либо мы сдохнем, либо мы... Мы успеем. Вы хвостами не бейте, или вы ешьте от укуса больше? Он на меня переключился. Она на нас. Она на нас. Включи по мне кучку, быстро, нормально. Ну-ка, давайте. Девять минут. Больше половины. Девять минут, лови дивизию, давай. У меня уж 703% урона. Давайте, не сдавайтесь. А, пусть переключится тогда на Ксюшу, если ТП мало. Он не слепой логан. Все, мы ТП мало. Блин, ну конечно, я вот так и знал, потому что Риппер это сила, а Рекс играл. Ну, на Фанаксе, да, сказал. Ну, потому что, знаешь, когда не теперь сколько-нибудь бюджет, сколько-нибудь Фанаксе. Я сейчас, короче, после босса сразу на это, на Эльдер. Поэтому не удивляйтесь. Что у вас брать собрался? Когда ну, давайте, 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 не сдавайтесь. И он... Ага, я скриншот сделаю, он поставил утюг на это. Главное, не сдавайтесь, давайте. Немножко, успеем, успеем, давайте. Теперь очень тяжело, но мы сможем, давайте. Капец, мобильный. Оставь тут терпение, блин. Может, тут от него еще ждать. Ну, давайте, мать. Мы успеем, мать, давай. Ты грызи. 6 минут, это хорошо, давай. Я просто боюсь, что нас советуют урок. Успеваем. А что, мы сразу тут отнимемся? Кто-то останется? Нет, не сразу. Если что, с Сёдом слезайте. Сиглас. Может, одному говорить, окей? С Рипера слезайте, как только паучиху загрызем. Еще ее зовут. Надо, да, мы прошли. Давай, давай. Уже у Рипера стамин. Почти ты. Давай, давай. Наконец-то. Хрена себе. Слезать? Да. Я ее сейчас залутаю. Элемент 28, башка. Так, красиво, теперь ждите.
успеем переместить их, понимаешь? У меня фризануло. Ух, ё-моё. Вы загрузились? Я нет. Пиздец, я вроде подгрузил. Да, всё. Вас убили. Да убили всех. Охуенно, красавчик. Просто да без меня бомбит этого урода морального. А, моего венома сожрал. Ну что, господа, я предлагаю завтра всем объединиться и пойти зарейтить просто. У него это не основная база на Алле, где он подпускается, он где-то строится. Я не успела узнать, где его база. Он под водой тут где-то строится? Да, на Алле. Ладно, вот такая вот у нас была серия. Ну что ж, а что вы скажете? Капец, просто ненавижу этих людей. Ладно, всем удачи, хороших боссов там. Самое главное, друзей. Нормальных, не таких уродов моральных. Ну что же, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.